Трехочковый бросок у 15-летнего кадета Славы Гаврилова поставлен не хуже, чем строевой шаг. Восходящая звезда 58-й казанской школы давно на карандаше у баскетбольных селекционеров. Привлечь внимание специалистов ему удалось не только неплохими данными. К 15 годам его рост уже 176 сантиметров. Всего за год игра Гулливеров изменила привычный уклад его жизни. Вначале не было такого интереса, как сейчас. Когда я поехал в 161-ю школу на мастер-класс по баскетболу, когда приехала Москва ЦСКА, они показывали мастер-класс по баскетболу, учили всяким приемам, как правильно бросать. Я много чему там научился. Хотел бы еще раз. Вот поеду в Москву, там еще научусь. И после этого я сразу захотел играть в баскетбол. В ноябре прошлого года Славе улыбнулась фортуна. Он попал на мастер-класс с игроками «Уникса» и «ЦСКА». В мероприятии приняли участие юные баскетболисты казанского клуба, воспитанники детского дома и кадеты наркоконтроля. Еще тогда, осенью, у школьника появилась мечта стать профессиональным баскетболистом. Нас пригласили на благотворительную акцию «Всероссийская программа мастер-класс команды мечты», где присутствовало две команды. Это спортивный клуб «Уникс» и спортивный клуб «ЦСКА». Там лучшие представители, спортсмены этой команды давали нам мастер-классы, показывали, значит, как правильно правила игры в баскетбол, правила нападений, техники защиты. Затем наши мальчики тоже с ними сыграли товарищескую встречу. Тот мастер-класс стал первой ступенью к мечте подростка. Точность бросков 15-летнего школьника была по достоинству оценена профессионалами. Оправдать ожидания кумиров Славе теперь предстоит на московском паркете. С 5 по 11 августа столичный ЦСКА проведет стажировку для самых талантливых юниоров страны. Поездка и проживание не ударит по родительскому кошельку семьи Гавриловых, ведь все расходы на себя берет наркоконтроль Республики Татарстан. Юлия Смирнова, Елена Зыкова, телеканал ITV.